Сауэрку аварийный. Нужно было в январе месяце заявиться на субсидию. Есть такое мероприятие в госпрограмме Министерства транспорта. Не заявились, не знали о таком мероприятии. В результате из 7 миллионов средств, из 6 миллионов средств, направленных на ремонт дорог, текущий ремонт дорог, 4 с лишним миллиона были вынуждены администрация города направить на асфальтирование моста через Сауэрку. Часть ям в городе осталась незаделанной. Вот банальный пример. Поэтому и здесь точно так же постараемся, но вы меня поймите правильно, я никогда не даю напрасных обещаний, даже потом мне было стыдно. Я здесь живу всю жизнь в этом крае и надеюсь еще какое-то время протянуть.